Да, это в Монтанелли мы с Майком. Боже, идите, идите. Побыстрее. Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Удивительный момент. Я давно не записывала влогов, все чаще я выхожу в прямой эфир. Я хочу поздравить всех. У меня не получилось это сделать сегодня в прямом эфире, была ужасная связь. Хочу поздравить всех православных зрителей своих с Пасхой. Но так получилось, что сегодня у нас двойной праздник. Мы отмечаем как Пасху, и также мы празднуем сегодня мой день рождения. Сегодня мне исполнился 41 год. Я не собиралась делать личный влог, но очень многие меня поздравили, за что большое-большое всем спасибо. Мне было очень приятно с самого утра начать получать поздравления, в том числе и от моих прекрасных зрителей. Сегодня я вам покажу очень красивое место. Это место я вам искренне рекомендую к посещению, если вдруг вы будете, что называется, в наших краях, от города Абана-Термы, куда очень многие приезжают, где останавливаются для каких-то термальных лечений. Здесь, наверное, 15 минут езды. Моих зрителей очень часто удивляет, что я выезжаю в город и бывает достаточно далеко и оказываюсь совершенно без денег. Но сегодня я удивила саму себя. Я умудрилась заказать место в ресторане на 5 человек, зная, что в воскресенье очень часто это день для празднования различных дней рождения, крещения детей, свадеб, и очень тяжело попасть в ресторан именно в воскресенье. Имейте в виду, если в ближайшее время приедете в Италию, в воскресенье в хороший ресторан, красивое место, очень тяжело попасть, просто нет мест. Я умудрилась заказать совершенно в другом ресторане, и только приехав в сам ресторан, я поняла, что он называется несколько иначе, чем то место, в которое я звонила, и телефон которого я искала накануне в интернете. Поэтому сейчас нам не остается ничего другого, как ждать следующей волны. Это примерно час ожидания, но зато здесь очень красиво. Нам повезло, только что закончился дождь, и здесь большой сад, как это часто бывает в таких ресторанах. Дети могут спокойно поиграть, а родители спокойно посидеть и подождать очереди на свободный столик. Ребята, так красиво, да, после дождя? Да. Помнишь моего раньше? Софьяк. Ну мой модный, Даня, свой нет. У Габрушки модный, видишь, с браслетом. Он мавионый. А у тебя просто зеленый. Да. И с колошками. Вау. Я думаю, мой тоже красивый. Ну, у тебя красивый, ну, да. Мой волшебный. А у Габрушки модный. Видите, ребята, кто серый и некрасивый, тот модный. Так же, как первый. И потом хлебушка как-то маловато на нас пятерых. Хочешь везу? 41, я ягодка опять. Несомненно, должен ты ответить. Ты не ягодка. Брусничка. Ингредиенты в вине, да, не пишутся, да, потому что это всегда виноград. Можешь кушать, да, не
Угу. Горячие? Да. Грация. Да, сейчас. Сейчас именинница насыпет себе побольше. Хочешь, я тебе сделаю? Нет, спасибо. Привет. Посмотри. Художественно сели. А перед его? И там Дани мучается со стулом. Нет, спасибо. Любимый, посади Данечку на стол, он бедняга не может. Дай помочь. Какие машины? Машины. Дальше нам нужна мама. Отлично. Ну все, папа, поехали. Дети остаются сидеть.